И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил, и мы продолжаем прохождение This is the Police. У нас в последнее время какие-то такие будни полицейские спокойные, в общем, ничего такого не происходит, прям вот такого страшного, прям, чтобы там какие-то мафии, какие-то всякие там выступления феминисток, еще какая-то дрянь, в общем, такое, все, обычные дела происходят, то есть пока все тихо, спокойно, поэтому мы же это все мечтали, езжаем на работу. Спокойно, все хорошо там. А мэрия просит уволить нас старых копов, но этого делать не буду. Опаньки. Я все читал захватывающий детективный роман под названием «Последнее искушение Нептуна», но не успел добраться до концовки. Я почти уверен, что убийца комиссар Гарольд, но я не успокоюсь, пока не узнаю наверняка. Можно я пойду домой? Ты что, херел, что ли? Я понимаю, там, да, там, ну, там вот когда было, там, типа, там снесут мой дом, когда я себе не поеду. Вот это вот причина. А тут дочитать книгу херец. Придешь домой, дочитаешь, слышь, блин. Или там в перерывах, когда будешь, и там почитывай. В туалет пойдешь, почитай немножко. Давай опять. Не, давай нету. Давай вот эту. Определенных человечков. Ну-ка. Такая. Прикольно. Музыка отличная, я уже говорил, но очень хорошая музыка. Увольте всех пожилых копов. Завтра истекает срок. Иди в жопу, я не буду всех увольнять, понятно? Что там, полицейский участок? А, у нас место освободилось. Так, тут у нас 8 копов, 3 детектива. А тут у нас 9 копов, 3 детектива. Значит, сюда в спину А надо нанять копа одного. А вот Лукаш Даниэл Кляузнер. Нихера у тебя имя, ну давай. В смену. А, все правильно. Пока все вот так вот. Работаем. Все хорошо. Опаньки. Так, драка. В баре началась драка после того, как бармен отказался обслуживать двух совершенно пьяных мужчин. Так, давай, надо вот так, так делать. Кого-нибудь опытного доната пошлем. И вот так вот. Вот песенку слушаю, прям классно даже. С вокалом даже. Это классно, все так забавно, весело, все хорошо. Никто не умирает, все замечательно. Продаем кокаин, оружие, драгоценности. Нормально, пригород. Сэнда, мы нашли квартиру лидера панк-движения, одного из главных советников в Арге. Мы прикончим его сами, но когда начнет суматоха, будет неплохо, если полиция присмотрит за порядком. Давайте. Езжайте. Опаньки, двое крупных мужчин с рычанием борются на полу в углу. Пусть дерутся. Давай вот так вот. Электрошоком их. Нихер. Опа, плюс здесь, молодцы, все, красавчики, возвращайтесь. Ну, у меня смена А, подожди, не смена Б, я уже забыл, короче. Они как-то по переменам будут, бывает нормально, бывает. Вот Бёрдж, видишь, младший, остался старший, в Тибет уехал, вообще бросил сына, хотя сын-то уже не маленький вроде бы. Все, меня вдвоем с женщиной уехали. То есть они там не просто. Опаньки, мистер Бойд. Моя кейтеринговая компания готовилась к банкету в честь 20-летия галереи современного искусства. Но в последний момент празднование отменили. Будешь жарить, такая гора еды пропадет. Я готов предложить вам ее за скромную плату. Хотите порадовать своих сотрудников изысканными блюдами? Блин, $300? Давай. Пусть покушают они у меня. Они же хорошо работают, молодцы. Надо их кормить за это. Угроза самоубийства. Молодой парень взобрался на верхушку собора и угрожает спрыгнуть. Под собором собралась толпа зевак. Некоторые говорят, что знают этого парня и уверены, что никуда он не спрыгнет. Он просто объелся кислоты и хочет внимания. Давай пошлем кого-нибудь. Одного Бёрча давай, одного отправим. И он, думаю, справится с этим. Что-то Бёрч, он молодец. Опаньки. Что там? Так, молодая девушка пообедала в ресторане «Октопус», пыталась уйти, не расплатившись. Официантка заведения попробовала ее установить, но получила кулаком в голову и потеряла сознание. Нихера себе. Подключился охранник, которому также досталось перцовым баллончиком. Нарушительницу смогли запереть в подсобке, где она активно что-то бьет и выкрикивает проклятие. Надо справиться с ней. Давай, Милсап поедет. Флауэрс, которая книгу, блин, никак не дочитает. И давай Сканлон. Я не могу выговорить. Сложная фамилия слишком для меня. Так, что там, мэрия? А это вам что надо? О, может что-то попросить, да, прибавку просим. Слот для офицера, давай еще один слот для офицера, чтобы было поровну. Вот так вот отправить.
Ну, мне кажется, они пошлют меня нахер. Потому что я не буду стариков увольнять. Угроза самоубийства. Подростком оказался Гордон Мукер, который уже неоднократно привлекал внимание полиции своими неоднозначными перформансами. Никуда прыгать он не собирался. Понятно. Придурок. Так, все равно был заложенный вызов его посадить, слышу, он нарушает общественный порядок. Отправить его в психушку, пусть там лечится, короче, и так далее. Вот. О, молодцы, поймали. Все, все невредимы, все хорошо, красавчики. О, Милсап уже прокачалась, смотри, молодец. Все спокойно, слушай, эти обычные будни как-то уже приедаются просто. Надо, чтобы какую-то встряску, когда война какая-нибудь началась там, чтобы было как-то, да. Так, несколько наших ребят случайно нарвались на кучу панков на улице. Мы не знаем, люди варги-то или нет, но на случай, если за них придутся уступаться бойцы посерьезнее, хотелось бы, чтобы копы были рядом. Да, мы тебя отправим вот Бёрча и Гримса. Вот так вот. И все будет хорошо. Надо оберегать наших граждан. Как бы, даже не важно, ни в мафии, не в мафии. Просто надо оберегать граждан. Всех граждан. Так, жалобы на шум. Что там? Роберт Уилсон пожаловался, что его семье не дают спать шумные соседи. Постоянно заходят непонятные люди, приезжают и уезжают автомобили. В дом заносят ящики. Мистер Уилсон долго терпел и не предпринимал никаких мер, но его сыновья перед сном следили за мужчинами через окно и клянутся, что заметили в ящиках автоматы. Это всего лишь дети, которые вечно что-то придумывают, но вы бы подъехали все же и попросили соседей так не шуметь хотя бы по ночам. Мне кажется, это дело серьезное, и как бы давай-ка мы вот так сделаем, вот так, и Милса пусть прокачивается. Но сейчас, мне кажется, это будет ложный вызов, и я зря послал людей. Нихера, там гроза херачит, аж темнеет. Ох, опять все спокойно, так все хорошо. Стариков фонить я не буду. У меня старик, по-моему, один только. Как бы... А, еще донатом, по-моему. Он тоже такой же немолодой. Но я не буду увольнять. Пошли не нахер. Опаньки, все-таки что-то серьезное. Так, ну давай отправим. Так, спецназ не нужен, да? Давай опытных ребят вот, и неопытных вот так вот сделаем. Двоих оставим. Троих я отправлю вам еще в помощь. Надеюсь, вы там не помрете. Слушай, это будет печально вообще. Опа, убийство, а чё там? Тихо, чё там, чё там? Новых кадров не найдено. То есть мне с этими работать? Не, ну блин, вот этот неправильный кадр, его не могло быть. Потому что тут сказано, вот смотрите, убийца стоял позади жертвы. Вообще, она, подожди, давай откроем. Ну да, она стоит, типа, он её бьёт в лобень, короче. А неправильно так не было. У нее удар сзади пришелся. То есть вот он пришел такой. Это странно, что такое. Он забрал молоток. Непонятно. Или отобрал, наверное, у нее молоток. Это защита. А она с молотком стоит. Что за херня какая-то происходит? А, она отбивала мясо, видимо. Так, а тут что он пришел, типа, в дверь? Ну, наверное, вот так вот было. Как-то. Ну подожди, что он там. Она потом нарала на сына. Подожди, ругался своим путем братом, пришел клянчить деньги с порога. Не, вот этого тоже не было, что он сидел, играл как бы. Задротец юный. Что-то там, наверное, вот так она ему начала говорить. Потом вот так, потом, видимо, вот так, и что-то произошло еще. Ну, блин, ждем, ждем. Кража. Что там? Опаньки. Вот, ну-ка давай. Так, ну-ка. Выключу свет, открыл дверь. А, не, выключил. Подожди, выключил свет. Даже не, вот так, наверное. Забрал эти самые. Открыл дверь, пошел, все вымел и ушел. Нет, не так. Может так? О, ха-ха! Главврач больницы, я же говорю, это ублюдок этот. Так, кража. Подожди, это что, это пригород? Живет в роскошном доме с бассейном. Б.
Блин, ну я даже не знаю. Домой к нему ехать? Или в больницу? Много времени проводит на работе. Давай, наверное, на работу поедем. Вот так вот. И спецназ тоже, на всякий случай. Хотя уже час ночи. Главврач уже дома должен быть. Ну ладно, посмотрим. Если что, поедем. В следующий раз. К нему домой. О, жалоба нашел. Что там? Опаньки. Молодцы. По пятюне все получили. Опаньки, автоматическое оружие. Да, продадим, что делать-то. Так, все? А, те поехали на вызов, подожди. Ну чё? Преступник пойман. Красавчики, молодцы. Хвалю. И вы, короче, по соточке еще получили. Во, клор-то, смотри, как растет на глазах. Просто завершаем день, все хорошо. А, сэнды 26, ну смотри, сэнды ведут. Отлично, продолжаем. Резко так. Так, завершаем день, все хорошо, молодцы. Так, чекпоинт. Снова 26 день, 9 августа. Кондитерская фабрика сокращает штат, школьницу убила молнией. Легендарный актер Пол Шпагат даст мастер-класс во Фрибурге. Сейчас какой-нибудь полицейский попросится пойти на мастер-класс этого Пола Шпагата. Вот все, смотри сейчас. Я почему-то вот уверен в этом. Только нет. Ой, даже никто не отпрашивается, нихера себе. Сейчас мне мэрия скажет, ты говнюк, не уволил стариков. Я скажу, идите в жопу. Они у меня старики. Эгэгэ еще. Давай. Так, федеральный закон запрещает массовые мероприятия рядом с муниципальными учреждениями. Готовится сегодня протест чернокожего населения напротив здания мэрии и напрямую угрожает жизни мэра Роджерса. Избавьтесь от этой угрозы любой ценой. Да без... Так, зарплата. Спасибо. Взять. Так, Джек, ты поклялся служить городу. Если ты не выполнишь свои обещания, мы не будем выполнять свои. Да пошел ты нахер. Так, о, слот для офицера дали. Опа, у меня два слота. То есть один, одного в смену А, одного в смену Б надо нанять. Так, блин. Вот давайте сюда неопытного наймем. Это в смену Б. А все, а этого в смену А. Вот так вот. И все, у меня так, от запроса. Прибавочку, нормально. Так, тихо, тихо. Протест чернокожих. Около сотни темнокожих людей окружили здание мэрии и сканируют. Мы заслужили внимание. Сейчас вам будет внимание. Смотри, вот у меня есть вот раз внимание, вот два внимания. Еще есть вот такое внимание. Так, ты пойди пока прокачивайся. Так, и кого еще? Хочу, у меня здесь чернокожих нету. То сейчас все взбунтовались бы. И бабуленька, короче, да. Не, давай, наверное, поопытнее кого-нибудь пошлем. Вот так вот, наверное. Да, вот так отправим. Вперед. Так, Джек, мэр Роджерс трактует закон в свою пользу. Федеральный закон разрешает мирные массовые мероприятия рядом с муниципальными учреждениями, в том числе рядом с мэрией. Если мы собираемся пойти на поводу у Роджерса, нам нужно обезопасить себя. Улики против Кристоферс. Еще, подожди, мы поделаем запись домашнего автоответчика Джека с российскими выпадами мафиозного босса в сторону протестующих, требованием подавить протест силой и угрозами в адрес семьи Джека. Так, улики против Линда Перди. Мы подбросим в рабочий шкафчик офицера дневник с мечтами о сегрегации и экстремистскую литературу. Не, слышь, у меня пердит, а лучше мой сотрудник. Идите вы нахер. Улики против Сэнда. Да ничего мы не будем делать, слышь, короче. Ваша доля, опа, что там? Неплохо. Вот так вот. Так, ну, 60 косарей, конечно. Не, ну, блин, 20 косарей. Это охереть просто, какие баблища. Пригород, бытовая проблема. Звонок от пожилой Сары Уилкинсон. Она уже долгое время слышит испуганный детский плач и крики в соседском доме. Раньше ребенок всегда был спокойным. Так, ну давайте отправим вот так вот и вот так вот. Поехали. Так, подавить партию силой. Да. Это, наверное, это... Если бы я не нажал силу, они еще перебили бы копов моих, так что... Хотя... Так, футбольный стадион... Что-то он нам какой-то там... Футбольные фанаты... Ёлки-булки, устроили массовую драку прямо на стадионе. Полицейские, следившие за порядком на матче,
С толпой не справляются, погоди. Мне должны вернуться копы. Опаньки. Нихера себе. Давайте... Не-не-не. Подожди. Давайте двоих опытных отправлю. Вот так вот. У меня тут серьезный вызов, слышу. Подожди, они не вернулись еще, тихо. О, все, вернулись. Давай. Так, так. И, блин, ладно, всех давай, всех. Охереть, там массовые какие-то беспорядки. Вот это уже интереснее становится играть. Когда у меня все копы просто на выезде, постоянно. Так, это подкрепление идет, да? Ага, те поехали на стадион. Все хорошо. Бытовая проблема. Что там? Справились? Молодцы. Все, ребенок в порядке? В порядке, красавчики. Все, давайте. Возвращайтесь быстрее. Опа, весь стадион в дымовых шашках. Люди нещадно избивают друг друга. Так, вооружившись... Ух, блин, нихера. Ну-ка, сейчас, секунду. Ай, блин, ладно. Так, продолжим. Немножко отвлекли меня. Так, весь стадион в дымовых шашках. Люди нещадно избивают друг друга. Так, вооружившись электрошоками, броситься прямо в толпу, стрелять в воздух, чтобы напугать хулиганов, раскидать гранаты с лечебным газом. Ну, как бы, не напугаем мы будем, стреляя в воздух, потому что мы так, капец, дымовые шашки, там шумка, они не услышат даже выстрелов. Электрошоками тоже бросаться нет, конечно, электрошоков не хватит на всех, поэтому давайте лучше вот так вот сделаем. Ну вот и все нормально, видишь, все хорошо, молодцы все. Все работаем, красавчики. Так, все возвращаются, нормально. Опаньки, центр города, угон, нихера. Давно такого не было. Позвонила женщина и сообщила об угоне своего авто. Я ехал на работу, остановилась на красный свет на перекрестке. Тут к машине подбежал парень и вытащил меня прямо через открытое окно. Торопитесь, повсюду пробки, он не мог далеко уехать. Блин, подожди секунду. Еще мне народ вернется, вот и я тебе сразу лучших людей своих отправлю. Опаньки. Давай вот так. Вот так. И вот так. Вперед. Сейчас они справятся. Угон, блин, давно угона не было, слушай, прям как-то даже скучно. Так, банк Фрибурга, ну, тихо, сейчас, погоди. Эй, идиоты опять нагрянули в банк, попытались снять деньги с наших счетов. Но когда мы им велели убраться, начали ломать мебель и сжечь бумаги. Наверное, считают, что так они нанесут нам ущерб. Ну, давай, отправим тебе вот Янси и Цубаки. Вот так вот они помогут. Так, угон, чё вы, поймали? Вот, красавчики, молодцы. Работает, смена прям вот тащит. Прям хорошо все идет. Так, спецназ мы уже использовали, все хорошо. Автозак у нас всегда работает. Как бы новенький, хорошенький, чистенький. За несколько дней не успел еще испортиться. Пригород, вандализм. Тихо, что там, протест чернокожих. У прокуратуры есть основания полагать, что вы серьезно превысили свои должностные полномочия в ходе сегодняшней акции протеста. Вас вызывает на официальный допрос через 2 дня. Ну и пошли в жопу. Так. Пригород. Пенсионерка Саманта Рэндон увидела двух молодых девушек, которые разбили окно в соседнем доме и краской написали на стене: «Это тебе за измену, козел». Да это молодцы вы. Давайте отправим вот этих ребят наших. Не очень... Таких, не, довольно-таки опытных уже, потому что они нормальные ребята. Ну же бабулька уже прокачалась, на 185 было. С 15, это за 20, за месяц, короче, она стала мега-копом уже. Отлично, ну не отлично, таким нормальным копом, среднестатистическим, вот. Так, что там у вас случилось? У панков теперь новый лидер, и чтобы самоутвердиться перед Варгой, он лично похитил дочь одного из старейших членов нашей семьи. Мы узнали адрес дома, куда ее везут, и уже направили туда людей, но мы не знаем, что нас ждет, что нас может ждать там. Без прикрытия полиции можем не справиться. Я понял вас. Давайте отправим вам вот так вот нормальных пацанов. Потому что как бы низкоуровневых отправлять туда нет смысла, потому что они за это ничего не дают очков. А вот у которых уже прокачаны, они могут ехать. Преступник пойман, все хорошо, молодцы. Он тут работает, видишь, прокачивается резко так. Бабульку теперь еще надо будет прокачать. Стариков уволить. Придумали, да? Это лучшие работники они. Новых кадров не найдено. Блин, что мне делать, по-твоему? Херово.
Ну, хрен пусть пока работают, что. Хотя можно, конечно, в архив его отправить. Потом еще откроем заново. Кстати, вернулись, все хорошо. К расследованию. Ну, только это, да, у нас идет сейчас. Детали. Ну, что-то, видишь, не справляются они. Как бы. Ну, пришел там вот так вот, да. Пацан там что-то еще был. Он там, короче, ноет. Что-то потом вот, вот так вот и вот так вот. Нет, не так. Ну, все, нет новых свидетелей, все плохо. Может, еще одного детектива подключить? Давайте, о, давайте сделаем, правда. Детектива, да, еще одного из... Какого-нибудь крутого. Вот, а, вот Еселя, давай, как бы он сейчас... Как, короче, резко что-нибудь откроет. Что, нормально, он же опытный человек. Так, завершаем день. Все опять хорошо, все спокойно. 28-14, вдвое ведут. Все, мы поняли, спасибо. Так, здесь все хорошо. Завершаем день, чекпоинт. 27-й день, август 10-й, суббота. Так, плюшевые игрушки, закупленные для детского дома, оказались токсичными. Вот вы даете вообще. Катафалк врезался в скорую, никто не выжил. Охереть. Цены на алкоголь выросли. Нихера себе, вот это вот печальная новость вообще сразу. На 60% это... Не, в принципе, даже правильно. Меньше бухать будет. Это ж хорошо. Опаньки. Вы чё? Да вы как так вообще, а? Клорта и Флаурес получили пищевое отравление, пробудут в больнице 5 дней. Охренеть, вы чё, вместе там жрали что-то? А это не те, которые пончики? А, нет. Так, я вчера наспор проглотил ключ от машины и всю ночь ходил в туалет кровью. Ух, ёптвою мать. Ну иди. Я слишком устал и едва держусь на ногах. Могу я пойти домой? Ёптвою мать. Так, тут у тебя еще сил. Блин, ну... Ладно, иди. Охереть. Что происходит вообще? Что с моими детективами? Знаете, опять эту песенку, она клевая. Ну вот. То болеет, то бухает, то вообще непонятно. Ну ладно. Так, а протест чернокожих. Не забудьте приготовиться к предстоящей встрече с прокурорами. Хорошо, я приготовлюсь, ваша доля. Что там, нормально, делимся. Опа. 62 тысячи уже у нас, нам надо накопить 500 000. Это будет такая неплохая пенсия. Так, кукурузный монумент, что там? Пожилая женщина сообщила, что дети в капюшонах расписывают памятник неприличными словами. Давай отправим Кляузнера. 150, ты должен справиться. Опа, небоскреб. Что там? Девочка-подросток проскользнула мимо охраны небоскреба, вышла на крышу и теперь стоит на краю. Охранник вызвал полицию и сказал, что боится подходить к ней, так как видно, что девочка настроена серьезно. Так, давай кого-нибудь пошлем опытного кого-нибудь. Вот тебя вот и тебя вот так вот. Двух сержантиков. Нихера, смотри, поперла как, а? Мост. Дальнобойщик увидел, как мальчик-подросток перелезает через заграждение на середине моста. Водитель остановил фуру, попытался поговорить с мальчиком, но в ответ тот лишь истерически кричал: «Не подойди, а то прыгну!» Да вы угораете, что ли? Давай, Бёрч. Половина семейного отряда осталась, ну, что поделать. Опа, вандализм. Чё там? Молодец, вот Кляузер, видишь, красавчик, 10 очков получает. 10 очков Гриффиндору. Как говорится. Опаньки, угроза самоубийства. Так, ты справился? О, молодцы, вот это гражданский... А, все нормально, смотри. Отлично, отлично, по-моему. Так, еще одно угроза самоубийства. Ву, смотри, да вы прям... Так вот, как орешки щелкаете, дела прям, молодцы. Так, что там еще? Центр города. Прохожий сообщил, что видел, как на тротуар вылетел темный пикап и сбил двух подростков, которые ехали там на скейтбордах. Он даже не притормозил, просто размазал этих бедных ребят и рванул дальше. Пьяный урод. Согласен, надо наказать. Давай вот так вот. Ох, прям, смотри, экшен пошел прям. Дело за делом. Смотри, смотри, опять, смотри, нифига. Так, поступил вызов от невнятно разговаривающего мужчины, который утверждает, что он вернулся домой после работы, и прямо на пороге на него напала огромная кошка. Она рычит, как тираннозавр, сообщил картавящий пострадавший. Рычит, как тираннозавр? Блин, ну давай, Грант езжает, наверное, ложный вызов какой-нибудь. Хотя, может, там какая-нибудь сбежавшая пума. Опаньки, опаньки.
Это что у нас? А, это побег с места аварии. Так, давай мы пошлем тебе вот так и вот так. Двоих. Нихера, смотри, вызов за вызовом. Воу, нарушение общественного порядка. Пенсионерка выглянула в окно и увидела, как по улице бежит толпа голых людей. Она подумала, что ей это кажется, и позвонила соседке. Та увидела такую же возмутительную картину. Женщины дружно вызвали полицию и потребовали немедленно разобраться в происходящем. Так то потерпите, чутка, у меня сейчас людей нет. Как бы двоих посылать туда, ну, не вариант. Или вариант. Подожди. Так, справились. Молодцы. Все, все хорошо, красавчики. Ладно, блин, не успеет вернуться, поэтому, блин, давай двоих отправим, они более-менее опытные. Давай, автозак тоже. Мне кажется, они не справятся. Так, блин, диких животных. Кошка-тираннозаврка с обычным сатистским питомцем, который никому не угрожает. Ну, я так и думал. Так, все хорошо, блин. Дела прям тю-тю-тю-тю. Так вот, прям вызовы сплошные, прям что-то безумие какое-то началось. Ух, так. Что там? Нарушение общественного порядка. Справились? Молодцы. Вот это работа для настоящих копов. Молодцы. Будет наградить кого-нибудь. Смотри, все качаются прям. Ни одного нет у меня этого самого плохого копа. Опа, Сэнда, что такое случилось? Так, гость мистера Сэнда покидает Фрибург, но панки каким-то образом узнали маршрут и приготовили засаду. Завязалась большая перестрелка, нам нужна любая помощь. Так, ну давай отправим вот так вот и вот так вот. Надо ребятам помогать. Как бы мы помогаем, они нам помогают, и все хорошо. Кстати, можно еще сделать... Нанести стукача, полицейская академия. Оплатить молчание. Так, убить ваших сотрудников. А, не, это не тут. Это вот сюда, Сэнде. Нихер, 35 косарей, ты прикинь? Да ты половина моих денег, иди в жопу, я лучше там... Опа, еще что-то? Да ты угораешь. Кажется, панки озлоблены тем, что потеряли всех своих лидеров и бесцеремонно напали на наших людей. С голыми кулаками прямо у ледовой арены. В драке участвует несколько десятков человек, и без помощи полиции остановить такое побоище будет сложно. Так, ну давай, чё, так вот, езжайте. Охереть просто, вызов за вызовом прям. Вот это экшен пошел, вот так вот должно быть. Вот когда скучно, такой, надо один вызов такой, раз, второй вызов, такой сидишь, в носу ковыряешься, блин, ничего не происходит. А тут нормально, нормально. Опаньки, мэрия. Чё, в мэрии? Под зданием мэрии собрались люди в белых колпаках, которые требуют вернуть... сегрегацию и рабовладение во Фрибурге. Толпа скандирует «White is right», у некоторых в руках револьверы. Ёлки-булки. Давайте. Нихера, вы слышишь, вы запарили. Сейчас, погоди, мы сюда отправим. Так, тихо. Подожди, а что здесь? Позвоню управляющий супермаркетом Соня Франко. В их магазине пенсионер намеренно повалил стеллаж с маринованными овощами и отказался возмещать убытки. Он пытался скрыться, но охраннику удалось задержать нарушителя. Так, давай мы пошлем тебе кого-нибудь вот такого. Все, так, у нас, так, 9. Я не успею вернуться. Ладно, давай. Остальных всех отправляем сюда. Вот так вот. Все, эти как раз вернутся и будет нормально. Двое человек будет. Да, хорошо, все хорошо. Опа, отчет убийства. Что там такое? Опаньки, новые кадры. Ага. Ну-ка, погоди. Слушай, а может, что пацан сделал? Она что, не увидишь? Говорит, постоянно орала. Подожди, ты чё? Слушай. А что если правда? Что, ну брат бы он... Не стал бы, ну зачем ему сестру, ну не помогла с деньгами, ну блин, вот у нее тоже там денег нету, ну как бы бывает такое, да? Как бы вот так вот не может так быть. Что-то это неправильно, вот это неправильный кадр, мы его сразу убираем. Как бы здесь больше нет, не наносится удара, и как бы, поэтому мне кажется, все-таки братан не виноват. А вот мелкий шкет... Очень даже может быть. Потому что
с того момента, как брат ушел, там это еще полтора часа по телефону говорил, там все дела. Поэтому ждем еще кадров. Потому что я не знаю. Пусть работают. Мы же подключили опытного детектива и сразу, опа, какие-то начинают вырисовываться детали новые. Опаньки. Так, нужно двое копов. Давай вот так сделаем. Порча имущества, что там? Вот, красавчик сканул, видишь, справился, молодец. Ого, нифига ему 20, подожди, 25 дали? У него 180 было. Нормально, ты справился один. Крутой чувак. Хвалю, хвалю. Молодец. Таких надо людей хвалить. Так, ну что там Мэри-то? Уже интересно. Так, несанкционированный митинг. Ну так вот все там, все гражданские. Так, оружие. Опаньки. Так, никакого оружия не было, ну вы сами понимаете, да? Завершаем денек. Все хорошо у нас. Так, 30-16. Ну нормально, сэнды ведут, все хорошо. Так. Викус Варга потерпел поражение, и его армия панков и мелких уличных бандитов разбита. Никто не знает, что случилось с самим Викусом, но это уже не важно. В этом городе его больше никто и никогда не увидит. Война окончена, мы помогли нашим мафиози. И как бы все. На этом все хорошо стало. Можно было на этом и закончить серию. Давайте мы еще один денечек посмотрим, что произойдет. Так, животным в зоопарке не хватает еды. В мэрии украли унитазы. Во Фрибурге приготовили самую большую в мире лазанью. Это интересно. Поехали на работу. Хорошо, денечек по этого. А, сегодня допрос. Опа, так. Мистер Бойт, как вы относитесь к движению за права темнокожих? Я осуждаю его. Я считаю, что эти борцы слишком много себе позволяют. Нельзя устраивать шабаши по любому поводу и называть это демократией. Ой, блин, я не то нашел. Я не то за права темнокожих. Блин, что-то... Почему послали своих офицеров на мирный митинг темнокожих? Нельзя представить рядом с мэрией. Это моя работа. Поступила жалоба на шум. Шумный протест фактически прозвал работу мэрии. Как вы считаете, участники мирного митинга представляли угрозу для окружающих? Однозначно да. Некоторые участники пришли по зданию мэрии сбитыми. Я бы не назвал это мирным протестом. В последнее время Фрибург сотрясает масштабные протесты. Сначала феминистки провели марш в парке, теперь темнокожие собрались возле мэрии. Как вы думаете, с чем связан такой подъем гражданской активности в городе? Провокационно с журналистиками? Давай журналистику обвиним. В погоне за тиражами, рейтингами, газеты и с телевидением совсем вышли из-под контроля. Они раздувают любой незначительный промах властей до катастрофических пропорций и провоцируют общество взять власть в свои руки. И все мы видим, к чему это приводит. Нормальный ответ. Мистер Бойт, у вас есть друзья среди темнокожих? У меня есть сотрудники темнокожие. Да, у меня много темнокожих друзей, один из них работает федеральным агентом. Мистер Бойт, вы давали приказ подавать протест силой? Обвинить мэрию. Да, давай так сделаем. Да, это был мой приказ. Как бы Еша дал приказ. День 30. А, все. А, вот так вот. То есть день проэтывался. В первом полугодии во Фрибурге умерло больше людей, чем родилось. Дебис кафе оштрафованы за нарушение санитарных норм. Они, блин, и собак делали эти самые. Рыжий кот спас девушку от насильника. Кот, надо нанять кота себе в участок. Пусть спасает. Хороший кот. Так, у моей собаки сегодня день рождения. Хочу провести с ней весь день в парке. Ты задрала, слышь? Нет. Последние несколько месяцев я трижды в день принимаю антидепрессанты, но сегодня у меня закончился последний пузырек. В аптеке сказали, что новую партию привезут только завтра. Боюсь, без таблеток я не очень хороший работник. Голову постоянно лезут всякие тревожные мысли. Давай работай, слышь? Нехер тут. Давай мы тебя... Это кто был? Это Цубаки была сейчас, да? Давай мы Цубаки повысим. Потому что она, чтобы она не нервничала, как бы. И все, она, короче, станет сразу резко такая, опа! Нихера, я ответственный сотрудник, все нормально, у меня все хорошо, мне не нужны антидепрессанты. И все станет отлично. Вот, слушаем зеленую песню. Фух, прям, блин, ну движуха пошла. Сейчас что у меня будет из-за этого допроса? Видишь, я мэрию прикрыл, так что... Вы признаны виновны в повышении должностных полномочий, ваша зарплата урезается на 50%. Ой, я там зарплату, ты будешь, я от мафии будешь получать денег. О, видишь, половинку, опа, все хорошо.
Так, прибавку давайте мне, слышь, блядь. Я вам тут жопы ваши под это прикрываю, хотел сказать, подставляю. Так, слот детектива, улучшение спецназа, слот офицера для детектива. Попросим слот. Так, прошло 30 дней, у нас только 63 тысячи. Надо больше денег там зарабатывать. Так, что у нас тут? Пардизайр, пенсионер Манес Варшпагет сообщил о драке, возникшей между отцом маленькой девочки и собачником. Вчера Твеллер напугал ребенка. Пока мужчины выясняют отношения, собака сбежала в сторону аттракционов. Нихера себе, вы что творите? Так, давай Каботу возьмем. Странный какой-то мужик. И какой-нибудь опытного... О, Коти. Вот давайте, вот вы справитесь, я верю в вас. Сейчас они покажут, кто здесь главный. Ну, так спокойно, такая музыка. День такой спокойный, наверное, будет. И музыка такая спокойненькая. Опаньки, что там? Справились? Вот, молодцы. Все гражданские невредимы, все хорошо. Сейчас Каботу тоже прокачаем. Мэри, что у вас там опять случилось? Опять перед зданием мэрии собралась стихийная демонстрация, где человек 20 протестует против повышения тарифов на вывоз мусора. Митингующие ведут себя спокойно, но требуют, чтобы к ним вышел кто-то из чиновников. Отправим перди. Вот так вот. Так вот и вот так вот. Пусть едут. Опытный перди, точнее опытная, оказывается. Ну, как бы по ней не скажешь, она женщина. Ты смотришь на нее, так думаешь, хер тебе пойми, кто ты. Вот, так, что там? Центр города, ограбление. Тиффани Ли ходила по торговому центру, когда к ней подбежал парень в капюшоне и выхватил ее дорогую сумку. Тиффани вызвал полицию. Нигде не могу найти охрану, а он еще в здании. Торопитесь. Без проблем. Мы уже выезжаем. Так, давай, Якси отправим. Цубаки какая-то там нервная, поэтому пусть пока. Так, митинг. Че, подавили митинг? Вот, молодцы. Все, гражданские невредимы, все хорошо. Оружия не было, не было. Все хорошо. Все нормально. Работаем четко. Все хорошо. Спокойненько, песенка, спокойненький день. Все нормально. Ограбление центра города. Преступник пытался выйти из торгового центра, но охрана заблокировала двери, и он побежал искать другой выход. Крикнуть, держи вора. Тебе может помочь. Хотя нет, кто будет? А, в принципе, у него оружия нет. Так, прикрыть парню, остановиться, бежать следом. Бежать следом. Преступник выбегает на каток, поскальзывается и падает на лед. Из кармана у него выпадает нож. Использовать прицел баллончик, пристрелиться в парень. Давай баллончик используем. Нихер. Все, все хорошо. Вот, нормально, Каботу прокачали, отлично. Что там, парк Дизайр, что там случилось? Женщина поставила в парке палатку и предлагает всем желающим купить новую, крайне выгодную валюту, которая в ближайшие недели подорожает 10 раз. Злоумышленница уже собрала огромную очередь из желающих, которые начинают толкаться, ругаться за место в ней. Так, погоди-ка, у нас сейчас успеет вернуться? Да, успеет вернуться. Сейчас мы подумаем, кого отправить. Ну, вот этого Каботу прокачивать, пусть, короче, катается на вызовы. Все, вернулись, давай, Кабота, езжай. Так, опытный перди. Вот, вставать Цубаки, отправим Прайс и Кодзу. Вот так вот. Все там довольно опытные копы, поэтому все будет хорошо. Цубаки как будто валюту толкает там. Воу, тихо, тихо. Даже дождик пошел сразу такой. Опаньки, фальшом. Нихера себе, вы что там делаете? Давай мы вот так сделаем, вот так. И вот так. Думаю, вы справитесь. Еще один вызов надо. Так. У Фрэнка Конроя вытянули бумажник прямо на остановке. Он быстро заметил пропажу и вместе со своими друзьями поднял шум. Воросты обвиняют всех подряд, обстановка накаляется, дело может дойти до драки. Давайте отправим двух копов. Все будет хорошо. Мы справимся с этим. Все, все замечательно. Ой, фух, прям что-то это... Какой-то такой напряженный день фальшивого монетчества. Чего вы там, не упустили хоть? Ай, молодцы, вот это правильно, вот хорошо. Денюшки, денюшки. Естественно, делаем вот так. Так, копы возвращаются сейчас быстренько. Оп. Давай. Так, в больницу пришел мужчина с огромной собакой. Пес хоть и на поводке, и в наморднике, но рычит и на всех бросается. Медсестра категорически против такого посещения, так как с животными в здании нельзя. Но мужчина огрызается и никого слушать не хочет. Так, не, давай, Каботу одного не будем отправлять, на кого-нибудь более опытного. Ну, давай, нет, собаки, давай Коти отправим вот. Она молодец. Так, кража, что там такое? Вот, вот, вообще нормально все, смотри. Все невредимы, все отлично. Все хорошо. Работаем.
Потому что это полиция. Как бы игра так и называется. Кукурузный монумент. Что-то опять что-то рисуют. Около сотни человек собрались в парке. Ни хера себе, с протестом против строительства нового казино неподалеку от кладбища. Вскоре подъехало несколько пикапов с криками парнями, которые без разговора полез драться с демонстрантами. Ах, вы блюдки. Сейчас подожди, я вернусь, ребята, я отправлю. Так, давайте шустрее, чего так долго возвращаетесь? Оп, поехали. Автозак, спецназ. Так, перди. Кабота. Так, так, так. Так. И вот так. Так, вы справитесь, я верю в вас. Так, что там такое, Котя? Справилась? Молодец, умничка ты моя, а? Какая Котя, прям, ну нормально. Фамилия, хорошая у нее фамилия. Ой, блин, так, ну давай, что там? Еще что-нибудь случится? Случилось, смотри, вот как по заказу. Так, молодому диджею, вышедшему из магазина, пристал странного вида мужчина в черно-красной мантии. Сначала он выбил у него из рук банку энергетического напитка, предложив лучше отпить людской крови, а затем стал угрожать и требовать деньги за покровительство сил тьмы. Между ним развилась ссора, в ходе которой диджей пострадал от укусов. Затем нападающий начал бросаться на других прохожих, укусил пожилую женщину за плечо и напугал компанию подростков. Ну-ка, этого ублюдка шокером там долбаните, чтобы он... Ну, знал свое место. Опаньки. Массовые беспорядки. Так, массовые беспорядки. Драка в самом разгаре. Похоже, в ход уже пошло холодное оружие. Так, окружить парк в спокойствие, стрелять в воздух, чтобы утихомирить толпу. Так, прямиком... Давай вот так. Получилось? Кто-нибудь ранен? Не, все хорошо. Молодцы, молодцы. Отлично работаете. Фух, прям слушай, так даже еще ни одного провала не было. Прям молодцы. Отлично, отлично работают, красавчики. Опаньки, убийство, что-то. Новых кадров не найдено. Ну ладно. У нас пока идовых дел нету, поэтому пусть пока расследуют. Нападение. Да, вы красавчики вообще, смотри, все отлично. Молодцы. Так, что дело будет еще? Или все уже? По-моему, все. Завершаем день. Ух, хорошо, хорошо. Опаньки. Сюжеточка. According to Mrs. Markham, I was supposed to spend all day thinking up the right words. But to my surprise, I did my best work when I shut my head off. I didn't even want to think why Laura decided we'd meet at 3 o'clock in the morning, and in a restaurant we'd never gone to. I didn't know what to tell her. And something tells me she's no more ready for this meeting than I am. By nightfall, I finally stopped worrying. The right words would come when they were needed. And if they don't come at all, then so be it. Ну-ка. Ну, чё там, интересно прям. За шум. Эй! I've heard said when you're knocked out by a single blow, you don't have time to feel any pain. Well, that's a lie. It's painful as hell. Every day I spent in that coma, the pain was unbearable. Охереть. Вот это поворот. Что-что? Дикий коррупционист? Так, блин, я хотел вообще заканчивать игру. Давайте, наверное, на этом закончим. С этого момента продолжим, наверное, следующую серию прям. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш Twitch-канал. Все ссылочки будут в описании к видео. А на этом все. С вами был Даниил. Всего хорошего и всем пока!